Следовало мероприятие проводится в городе Амель. По выявлению нарушенного ПДД. Передно. Покажу. Номер у меня украли. По уведомлению. Да, да, да. Там разломали решетку, там видно, что просто все время не было. Как бы. Ну, вы знаете, что вам ездить нельзя, Олег Александрович? Где-то мне там не сказали, там я участковых был. Ну, мне... вам, вы правильно сделали, что вы обратились, совершенно верно. Но управлять вам автомобилем нельзя. А как? А я обратно ехать само что надо как-то? Начнем с того. Ну, в этом случае вам в любом случае машину снимать с учета надо будет. Но это уже там, по месту жительства, правильно? Почему? Здесь вы можете ее снять с учета. Зачем? Такие сложности. Сверх она, как видите, не моя. В случае управления авто без одного регистрационного знака, значит, санкция идет либо штраф 5000 рублей, либо лишение права управления от месяца до 3. Вот так вот, да. Поэтому ездить вам нельзя было. Как бы это, видите, случилось вот, по этой вину, что сегодня это мы были уже на выезде, то есть сейчас едем в соревнования, детей везем. А вы с Твери, да, сам? Да. Торговля. Ну, пройдем, материал составим. Он остановился. Он встал, встал. Стой, 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 Иван, он встал. Почему не останавливаешь? А ну. Пробьешь, да, Павел?
Здравствуйте. Город Краснодар, Краснодар, Краснодар. Документы, пожалуйста. Рейдовое мероприятие у нас проводится. Ничего, ничего. По досмотру транспорта. Ничего запрещенного? Давайте покажем. Этого мероприятия. Thank you.
водительский залог. А зачем это снимают? Рейдовое мероприятие у нас проводится. У вас там... Она повод... Сейчас сотрудник полиции подойдет и проверит документы. 5 минут терпения, все.